Так, да, Коля шел. Не хотела, чтобы он попадал в кадр. Этот, короче, я уже сюда положила свеклу, капусту. Сейчас еще натру морковочку. Все это заправлю. И все. И будет вкусно. Вкуснотень. Вот. На капусте какие-то красные капиллярчики, то ли точечки, непонятное что-то. Вот эта терка у меня уже, блин, много. Лет, наверное, 7-8. Ее уже давно надо поменять. Но она классная, я так к ней привыкла. Одну хватит или еще одну? Да не, наверное, одной хватит. Так, так. Только что вытащила с холодильника, выкинула, там у меня капустка была. Я ее покупала уже месяц назад, наверное. И так вот сразу не начнешь с нее что-то делать, все, капец, она испортится. Так она валялась в холодильнике, лежала. А! Я салат. Нет, два тебе тоже. Он что там пранкует? Шутят друг над другом, потом ругаются. Все, мои хорошие. Вот это сейчас я в пакет уберу в пленку пищевую. И в холодильник. Вот. Кофеек мы туда. Так, теперь сюда мы возьмем вилку большую. Вот и все! Пошел дождь! Дождь пошел? Да. Ну, просто взял и пошел. Так, чайную ложечку. Я люблю, когда вот так вот баба под дождем. Я тоже люблю, когда дождь. Смотри, она еще в такой одежде. И стоит, как курица. Так, теперь сюда нужно перчика. Надо купить черный молотый перец. У меня только красненький, тогда я его совсем немножко... Опа, все сделаю. А то его потом кушать будет невозможно. Чё, ты отдохнул за эти два дня? Хватило тебе два дня отдыха? Ты как думаешь? Думаю, да. Видишь, мы никуда не ездили. Дома постоянно. Ну, так. Раскачай ему, блядь, игру на свою голову, а? Заправляем майонезом. Махеев провансаль. Все. Все. Здесь 400 грамм, а 380. Ну вот я, наверное, грамм 100 сюда вылила. И хорошо.
хорошенечко нужно его перемешать. Да, неудобно мешается. Так. Так, тут вообще сухой. Он все равно сейчас, короче, даст сок, овощи дадут сок, и будет нормально. Майонезу хватает. Не надо, чтобы прям майонеза много сюда ложить. И так достаточно. Вот такой вот свекольный салатик получился. Что он там? Да, деньги все потратил. Ау. Да, сейчас я уже выключаю. А ты потом не выкладывай. Я поняла, почему. Угу. А что это винегрет? Это не винегрет, это просто салатик. Капуста, морковка, свеколка. Вот такой вкусный. Все, друзья мои. Вкусно? Вкусно? Угу.